И всем привет, мы вернулись в игру. Когда-то я уже играл в это. Так, попробовать надо бросить. Яичко будет. Куба сойдет. Да, пошло дело. Так, теперь надо вас спарить. Так, поведение. Включить спаривание. Давай-ка яичко нам забаса еще одно. А, она еще не может. Вот, блин. Ну, тогда, значит, в следующий раз. Так, яичко. Инкубатор летит. Инкубатор пока сделать не могу. Пока еще не доразвился до этого. Ладно, подождем, пока она вылупится. Передвинул поближе, вроде так быстрее, ой, летит быстрее. Инкубация, да-да-да, прям реально летит быстрее. Но немножко не долетела в прошлый раз. Ну давай, давай, давай. Надо сейчас быстро выключить костры, пока он... Когда птенец появится, иначе ему будет хана. Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай за мной. Терчик, давай, 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 выходи. Он застрял. Чтоб ты был здоров. Давай, 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 давай. Ну, иди сюда. О, вылез. Давай, давай, подальше от костра. Вот тут стой. Так, поведение. Не ходить за мной. Кушай. Ну ладно, дорасти до 10%, и он будет уже кушать с этой, с кормушки. Там кормушка наверху стоит. Здесь мясо. В принципе, можно и сырым кормить. У нас, возможно, так и лучше сырым будет кормить. Ну как ты тут? 0,7 уже. 4 мяска у тебя еще. Наверное, все-таки сырым буду кормить. Дай-ка мне половину от этой половины. Так, чтоб ты был здоров. Дай сюда это. Это скинь сюда. Не-не-не, вот это. Во. Дай-дай. Жареное мясо, и надо вот такого. Тоже вполне себе съедобно. Это я съем. Или не съел. Дайте кусочек мяса. Мне тоже есть надо. Так, ну и попить надо. Приручился на макросу, пойду сейчас. Может, попьешь? Попил. Надо будет ли полететь вот в пустыню. Нужен хитин. Синемакропсы сидят в капсулах. Мой первый. Вот он. Это Танин. С собой взять обязательно надо. 1,5% уже. О, 24 мяска уже может... Так, вкачиваю все навыки в этот, в навык изготовления. Как раз там в пустыне будет. Так, 75-й. Что там у нас на 75-м? Холодильник еще не скоро, да? Сейф могу уже делать. Маленькая платформа, подъемник. Автотурель. Всякое такое разное. Шахтерская каска. А инкубатор, инкубатор где-то аж вот, это
Холодильник для криокапсул. Пока еще этого делать ничего не могу. А где что-то инкубатор? Я уже могу его делать, что-то не понял. Так, это промышленная дробилка. Перерабатывать то, что там уже... Не, наверное... Нет, еще где-то там она должна быть. Так, это химлаборатория вроде бы. Это что, я не помню, что это такое. Шлем. Это вряд ли мне будет доступно. Будем посмотреть. Так, вот криохолодильник был. Где же это вот? Это вот. Это, по-моему, вот это, что бензин делает. И металл быстро переплавляет на бензине. Не знаю я, короче. Так, инкубатор, вот он, на 29 уровне. Вот этот значок включил, Genesis 2. Не знаю, вроде я должен уметь его делать, вроде бы. Во! Я думаю, этого мяса ему с головой хватит, чтобы достичь 10%. Так, это мне. Можно, конечно, еще ему подкинуть, пойти кого-то сейчас грохнуть. Еще пистолет, кстати, не испробовал. Только сделал. Какой студент какой-то мне этого на пятерочке. Какой-то там уровень. Спятый слабенький. Сейчас, подожди. Так, вот, давай-ка арбалетиком. Арбалетиком стрелы-то дешевые. Далеко не убежал. Перезарядимся. Ну-ка, мясо. Отлично. Сейчас закинем мелкому все, что там влезет в него. Это, кстати, у нас 100. О, девочка. Что там у тебя? Здесь 10 уровень, что у нее там по параметрам. Так, здоровье. Блин, выносливость очень маленькая, 307. Блин, это серьезно? Вообще, блин, ни о чем. Ладно. А тебе мясо ешь. Пускай готовится. Так, это выкинь. А, вот сюда. Ну вот. Так, еще кусочек. Сколько там? 18. Маловато. Так, ну вот она подросла. Уже он с кормушки есть 10%. Все, тебе мясо уже не надо. И сюда. Вот так вот. Все. Кушай, расти. Я тогда беру свою скай этого... Птера и лечу. Тебе волосы нужны? А ты будешь стричься? Не, волос. А, волос, а мне показалось волос. Тут же можно стричься. На, я тебе скину 8 штук. Ну там смотри, сколько возьмешь. Я не знаю, насколько они тяжелые. Вот здесь под колом. 4 килограмма там пишется. Ну, это не так много. Ну там в крайнем случае на кого-нибудь накинешь, если кто-то будет. Ну ладно, таких, на кого можно накинуть. Половинку я заберу. Не, я себе оставила. А, оставила? Я себе половину оставила, половину тебе дала. А ну я там смогу, наверное, еще сделать. Потому что хитин нужен, и кормить надо чем-то. Я тогда возьму своего с собой, студента. Блин, я хотел же флягу сделать, так и не сделал, забыл. Блин, чтобы сделать флягу, надо найти кератин или хитин. Короче, надо черепаху грохнуть. А ее еще найти надо. Нету. Пока что. Так, а вот отходит этот паразаврик. 114 уровень. Слабенький, конечно.
Но на запчасти пойдет. Да, блин, взял, свернул. Да ты сюда на него шустрила. Ой, блин, в камень. Думал, она перед камнем побежит, она за камнем. Где ты делся там? Алло, а. Ну ты что, ты прикалываешься? Спрыгнулся куда-то туда там. Стой. Да, так попадешь в него, конечно. Когда ты успел уже замерзнуть. Слышь, ты, паразаврик, а ну стой. Гребаная чайка. Где этот паразавр? Вон. Чайку надо грохнуть. Она жрет, блин. Она мне один раз арбалет сожрала, эта зараза. А это что? Кто-то перевозит этих вот аргентависов целую кучу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По-моему, семеро аж. В одной куче летит. Короче, паразаврик куда-то свалил. Я уже не вижу его. Блин, луч приземлился. Хороший. Кто-то перевозит что-то. Всех этих птиц куда-то везет. По головам надо считать было, а не по этим. Раз, два, три, четыре, пять вроде бы. Возможно, шесть, не поймешь. Он удрал, зараза. Платы убежали, блин. Надо было сразу на пистолет переключаться. А я фигней занимался, ну ладно. Ну, если нету этого, тогда сожрем вот этого. Черепах не было. Ой, что ж так много, я не понял. Так, по-моему, я их не осилю столько с такой кучей. А нет, он один. Ну, вроде как. Ну и меня потрепали. Ну давай, 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 беги, беги. О, 55 начал наносить. Давай, сейчас этот упадет уже. Один минусанулся. Хитин не дает, зараза. Так, пока подождите. Надо немножко отлететь, стаминки подкопить, как минимум. Да нет. Давай, 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 стамину, стамину копи, во. Ух ты, как много нанес. Это кто там? Мне, по-моему, синомакроб слетает. Не вижу, правда, какого уровня. Так, сожрал двоих. А что, ты уже нападать не хочешь? Нападаловка закончилась. Ну дайте эти
Зубы мне нужны. Ты смотри, ни одного не дали. Не, вообще не дали ни одного зубика этого, блин. Офигеть, можно мясо столько дали, а зубика ни одного. Так, какой-то лучик тут есть. А вон и черепашка. На жабу седло, по-моему. О. Эти долбаные чайки. Это не чайка. Так, ну-ка, черепаха. А, ну иди сюда. Так ты смотри на нее. Я повернулся, чтобы ее в лицо выстрелить, и все, сбежал я. Так, а ты прикалываешься? Что ты там настрял, блин? Да твою ж налево, блин, то... Попал же птицу, чего урон не проходит? Сука, что ты съела, падла? Она мне что-то украла, блин. Неужели это макропса, блин? Не, макропса есть. Да, шевелись, бляха! Дурацкий птеродонг. Вот куда он полетел? А он же на пассивке стоял. Какого хрена он напал? Не на пассивке, а на этой... На нейтрале. Урон не проходит просто, и все. Слышу попадание. А, вон он сидит на дереве. Да и что? Долго это так... Что-то она мне украла, эта птица. Я не понял, что она там украла. Когда-то оно успело подхилиться, что ли? Тут много здоровья у нее. Ты пти... черепахи. Наконец-то 32 зубика дали, и все. Копейки, блин. Тебе там помощь нужна, Тань? Так нет, а что тут уже помогать? Ну, вещи там пойти забрать твои. Ну, я бегу. Смотри, какое... А какая гадость? В этих лучах ничего полезного нет. И все только одну черепаху нашел за все это время. Блин, этот цифровой куда-то убежал. О, вот это еще с этих падает хитин этот. А, вон он. Это ж ты? Мне не показывают. Тут так загородили всю дорогу, и как тут пройти? Прямо в речку саму. Я обходил там, можно обойти. Отлично. Так, надо стамину чуть подкопить.
Стаминку подкопим. Так, вот еще это убил. Ну-ка, давай мне зубики эти. Одно мясо дает, а что ж такое-то, блин, а? А ты что ко мне чуть-чуть не присоединился? А, уже подкосился, здоровье видно, что у него падает. Нет, не даю зубики и все, тут тресни. Ой, стаминка. Стаминка кончается. Да, я тебе сзади тебя. Сейчас, подожди, дай передохну. Ну, в смысле, этот передохнет. А где твои вещи? Как далеко, я же не вижу. Раптора мы сейчас убьем. Это не проблема. Когда животное есть. А вот пешком-то, конечно, да, с раптором. Ладно, видишь, там сколько этих мелких бегает. Ага, это не чайки. Сейчас я их это... Сначала с раптором разберемся. Я, короче, жру всех подряд. Мне надо раптора сожрать. Я не дотягиваюсь до него. А, вот дотягиваюсь. Козел, он сожрал. И черепашку сожрал. О, 128 хитина дали. Ну, наконец-таки. Все, сейчас, подожди, не подожди еще. Так, стрелы мне дали. Топорики эти. Я должна была тебе, да, у тебя же есть там. Ты лук, ты луч проверяешь? Не-не-не-не. Не, я что-то не хочу луч. Офигеть, сколько их. Я копеечки наношу урон. Так, пока надо передохнуть, сесть на большой камушек. Подожди, отходи! Не стой тут, сейчас они к тебе прибегут. Нет, они еще пока не бегут. Так бегут ко мне все. А ты их отведи, я это самое. Я хочу их убить. Ну давай тогда дальше я их отведу. Вот твои вещи валяют. Нет, там как раз нет. Лучше на меня веди, на меня веди. Ну тогда бегай с другой стороны. Я убегу сейчас от них. Просто надо подальше что-то. Я еще даже никого из них не убил. А вот они меня хорошо трепают. Блять, меня сейчас тоже убьют. Забирай быстрее вещи. Она не может летать. Ее оглушили. Да, это значит, у меня тоже было оглушение от них. Все, блять, убили. Да шевелись, блять, бездомная. Я тебе вообще ни хера не могу сделать. Да шевелись, беги, сука. Че, убили? Да. Ты бежал на помощь. Ну зато ты вещи свои забрала. Ну теперь буду твои собирать. Какой дисбаланс в игре? Просто безумный дисбаланс.
Даже не просто безумный дисбаланс. Какой-то маленький попугайчик, который, блядь, мне даже по щиколотку, как кошка, блядь, может убить. Такая, короче. Что тут говорить, если тут муравей может тебя убить, блин. Который с размеров с кулак, блин. А я думаю, почему я не могу взлететь? Они оглушают. Значит, они вот так, ну... Не оглушает. Остался только мальчик. Ну давай теперь это ты прилетишь, я их уведу туда дальше, ты подберешь вещи и просто от них убежишь. Угу. Я их от это сагрю на себя. Нет, я их на себя, а ты вещи подберешь. Я их отгоню просто, чтобы они ушли. Я буду над ними висеть. Ты за... Я ж не смогу твои вещи забрать. А, ну... Кто это? Я пробегу мимо их, они побегут со мной. А ты заберешь вещи. Кто-то только что так прорычал тут. Там под... Ты на птере летишь или пешком бежишь? На птере. Там, по-моему, вот этот липкий какой-то, короче, тот, что ломает эти... Как они? Который плот ломает, короче, под водой лежит. Здоровая хрень такая. Забыл, как он называется. Какой-то липкий. Вот и все. Была мышка и нету мышки. Да. Вот и молодец. Я забыл, что в воду нельзя. Давай на сушу. Куда ты садишься? Ну да, так, вон что-то валяется, мое тело где-то. А где ты? Ну вот я подбегаю, сейчас я их уведу. Вон они. Я думаю, они за мной далеко бежать не будут. Потому что он под водой плавает. Я надеюсь, я не погибну. Давай, не так. Стой, да подожди, не подходи к ним. Возьми птера. Вот. Да я лучше так пробегусь. Ты не понимаешь, ты над ними летай себе. Ой, сейчас я надо отсвистеть его. Так, какой там инвентарь? Поведение не следовать. Да тут их нету, где твои вещи. Тут, да куда ты полетел? Не собрал? Сейчас заберу. Давай быстрее, а то один тут уже рядом бегает. Ну и все, и пошли отсюда. Ты что, хотел меня утопить? Где? Да я пешком добегу. Да блин, он не тянет ни хрена. Бросай. Бесполезные эти птеры, блин. Чтобы его выкачать, я не знаю, там что нам надо, блин, что-то не оделось. Ты не туда суешь. Ну ты и шпаришь. Тебе и птер никакой не нужен, ты бегаешь 10 раз быстрее меня. Это дошки. Целая куча их тут. Вон она, по-моему, сумка лежит. Ты забыл, что там же хитин. Вон, тебе заразы мелкие бегают. Ну, там и этот самый седло. Да, кстати, седло тоже надо забрать. На него хитин тоже нужен. Я сюда. Вот это и вот это. Седло! Они уже на меня не агрятся. Надо же было забыть это. Дёрнул мне черт туда полететь, с ними связаться. Хотя бы одного убить. Он травит, получается, этот мелкий, зараза. Так, в воду только не лезь.
Бежит. Неужели даже с одним нельзя справиться? Чуть подальше отвести от этих своих сородичей. Неужели я одного не смогу убить? Говнюка этого. Ну, смотри, сожрал аж на раз. Они когда кучей получаются, у них походу какое-то это... Совместная какая-то защита идет. Да их там еще два вида. Два вида? Ну, короче, я одного съел. Отомстил, хотя бы одного съел. Молодец. Тут опять раптор гуляет. Стой! Надо скорость, это, выносливость накопить. Да, ты накопи выносливость, потому что я... Добежать до базы. А тут что? Какая-то птичка лазит в мою баню. Или что это было, не понял. Ты где? Ты же прошла эту базу, которая с колями была? С колями? Ну да, которая... Да, только прошла. Ага. Добежала. Я уже этого крокодила тут пробегаю, бочка где... Ну, рядом с нами вот эта речка, где металл собираем. А, понял. Ну, короче, я уже дома. Ну, почти да. Все. Направо больше я не хожу. Мне там не повезло. Я все время налево ходил в ту сторону. Я тоже налево полетела, а потом поняла, что ты налево. Думаю, что лететь за тобой следом? Думаю, полетаю направо. Ну вот, а ты хотел делать седло. Не, ну седло-то я забрал. Я говорю, ты хотел делать. Вот два седла. А, ну да. И делать точно. Не надо. Девочкой. Бери. Носи. Это фамилия. Ну, по наследству. Это по наследству тебе пришло. Так, уже 35 получается. Жалко, она все плохие от мамы. Это от родителей. Им от мамы досталось. Седло. Ну, на чем я теперь полечу? На Макропсе полечу туда. Интересно, он сможет меня перетащить через пустыню? А как воду набирать? Слушай, я забыл. Ну, просто подходишь, нажимаешь и все. А, на флягу на сумму, да? Да нет. Ну, например, она у тебя на восьмерочке, на восьмерку нажимаешь. Ну, я нажал там использовать, ее набрал. Так. Тебе надо птичка, вот эта твоя растет. Так, короче, пацана не берем. У нас один такой нормальный. Один нормальный у нас. Хотя этот вроде лучше или нет? А, тут уже не узнаешь, мы же его прокачали, там не поймешь. Параметры его. Ну, в принципе, он такой неплохой. Через сколько их можно будет спарить еще? Через 2 часа 18 минут. Ну, тогда я беру Макропса и полечу на Макропсе, а что делать? Так, еще вспомнить, как его выпускать. А вот так. 104, я ему сейчас бабах... А, один. Ну, 700 у него, слушай, я думаю, я перелечу через океан. Да, капсулы, в принципе, я брать не буду, то если я сдохну, капсулу жалко. Меня не жалко, капсулу жалко. Она у нас пока, их не так много. Сейчас подумаюсь на самую высокую горку и полечу как можно дальше. Ну, давай, закрывай. Ой, там я цементную пасту сделал? Да, сделал. Надо будет еще тебе. Я принесу хитин и сделаю тебе флягу. Так, надо... У меня тут пока вода рядом. Карту? А, мне вообще он туда надо. Ой-ой-ой. Мне, чтобы туда попасть, надо еще полуострова. Всю... А вот можно на тот континент перелететь, а туда с этого. Наверное, так и сделаю. Ты оттуда, что ли, летел специально ради меня, что ли? Ну да. А как бы ты вещи свои забрал? Тебя бы еще раз сожрали бы. Нам не забрать бы мне их было, потому что видел, сколько их там много. Да, полно.
Если только куда-то далеко с ними убежать, а потом уже бежать Ну, обратно ты можешь и... бегать, да. Я от них оторваться не могу. Я в этот вот скорость вообще ничего не вкачивал. Я просто бы попробовала бы между ними пробежать, чтобы подальше отвезти, а на обратном пути, чтобы успеть поднять. Ну, да. Ой, тиранозавра нам не нужен. Давай, Ну, давай. когда не умеешь воевать, надо хотя бы уметь быстро бегать. Это факт. Не поспоришь. Так, тут вроде бы нету хищников. Блин, нажал не ту кнопку. Забыл. А, надо же было мышку покрутить. Рекс там кем-то обедает. Я Мокров. сейчас приду. Давай. Так, надо тренироваться летать. Я тоже чуть подзабыл. Лошадка вон ходит. А, вот на тот остров. Тот остров там или нет? Остров, наверное. Или то часть материка. Не, вон остров, а что там? Так, сколько? Половинку сновидно использовал. О! А, ну, назад. Нормально. А ну, трубу. Кто это там ходит? Где это вон? Стегозавр или как его там? Да, конечно, лететь долго. Кто там кого фигачит? Непонятно. Стамина он, слушай, не тратит почти. Или тратит? А, чуть-чуть тратит, но прям немного. А, сейчас они его скинут. О, молодцы. Куда вы за ним прыгаете, идиот? В пропасть полетели за ним. Вот, гениально. Ничего не скажешь. Тут овечка ходит. Какого уровня? 90. Там Аргентавис летал. Вон. А, это не вон. Таптер. 120 слабый. 140 тоже слабый. Тут я видел 200... 100, а, подожди. Паразаврик я видел 190... 195 уровня. Какие голубые глаза у этих овечек. А там еще тиранозавр ходил. А, вон Аргентавис. Что это такое? Но. 50-е, тю. Ты смешно. Так, а тут он альфа ходит. Какой-то альфа только что был там. Он. Дикий самец. А, это этот цифровой, блин, самец. 222 уровня, обалдеть. Вот это бы его взять. Он уже изначально может много тонн возить. Ну там я видел какого-то альфа. Ладно, взлетаем. Надо на тот перелететь, а потом в пустыню. Вон он. Так, коронозавр 195-й, хрена себе. Тут его никто не убьет. 66-го. Ну давай. Пробуем лететь. Лучики. Вон туда хотя бы перелететь. Нам же пройдешь, правильно лечу? Да. Хотя можно было, конечно, пойти. Ну ладно, я так вот рывками перепрыгну с этого, потом туда-туда, вон туда и на пустыню. Кто это? Сова, что? А, не. 150-й самка. Ну, стамин еще полно. По идее, я должен туда успеть перелететь. Кто это, Фьоми, что ли? Ну да. Блин, так дергает, что даже не могу посмотреть. Не единорог. Не, единорожки нам уже не нужны. Хотя, одного в коллекцию можно было взять. Чтоб стоял для красоты. Камушки. По идее, должен. Стамин еще полно. Ну да, кончается, конечно, правда. Наверное, лучше сесть. А что-то я мейвингов нигде не вижу.
Надо приземлиться вот тут. Вот на этом камушке. Чайка. Лара, помню, любила чаек этих. Искала. Гоняла. Ну да, они, в принципе... Опа, кто это? А, чайка. Шестидесятый. Да, Дошка, ты какого уровня? 115. Это убийца, тиранозавров. О, дождик. Вот и воды попил сразу. Так, ну на, подожди. Что-то я запутался. Вон туда, кажется. Или вон туда? Вон туда, лучше на большой континент сразу. Хитин нужен, обязательно нужен, потому что этот синомакропс голодный сейчас. А ничего, дотянет. Так, а это что такое? Это у кого-то генератор стоит, по-моему, да, который можно с сервера на сервер телепортироваться, по-моему. Угу, что-то база. Воду провели. О, конечно, он возле металла поселился, нормальная тема. Че бы и нет, как говорится. Макроп, что там у тебя? Вот, я качнуть надо, давай. 27 уровней, ешь твою медь. Давай тебе стамину 1000 хотя бы сделаем. О, корсарик. Здоровье. Еда кончается, блин. 608 еды у него. Еще еды дать ему. Здоровье больше. У тебя там тоже туман? Да, по всей карте туман. Да, хорош там скакать. Надо лететь. Надо лететь. Надо на тот остров. Сейчас посмотрим карту. А вот и нет. Туда надо. Блин, я что-то так тупанул, по-моему, жестко. Змея тут ползает. Большая довольно-таки. Я пока не готов встречу. О, опять эти. С этими тоже лучше не встречаться. Мне бы какую-нибудь стрекозку хотя бы одну завалить. Потому что еды в макропсе уже, считай, нету. Надо пуститься на камушек. Ты тут стрекоз не видел? Студент. О, слушай, X-растение, по-моему. Надо хотя бы эти семена забрать. Давай, 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 давай. Собирай, да что ты собираешь не то? Блин, все вокруг собирает. О, есть. Собрал семена X-растения. Можно посадить будет на крышу. Пускай этих всяких там чаек отстреливает. Взлетай. Блин, одной стрекозы нет, ты представляешь? Обычно на болотах их полно. Надо убить кого-то. Вот в чем есть прикол. Они на трупы летят. Хорошо. Откуда нет никого. А еще их с растения. Вроде или это другая какая-то. Нет, то же самое. Все вокруг, главное, выбирает, не то, что я, вот, не туда, куда я нацелился. И камушек подобрал, о, растение. Сяду пока на камушек повыше. Так.
Так, это тоже пока выкину. Да ты не ешь ты их. С ума сошел, что ли, ешь их растения. Они редкие, ну как редкие. Так, вижу, крокодильчик лазит. Да серьезно, блин, где стрекозы? Когда и... Хотя бы муравьи какие-нибудь. Ничего нету. Вода журчит. Да ё-моё. Прям не пруха. Тут куча чаек, аж десяток этих чаек летает. Ни одного муравья даже нету. О, какой-то белый луч, давай сюда. Раз птер ходит, значит там никого нет. Какой уровень? 145-й, слушай, самец. Это бомжи лут, понятно. Тут вообще зверья никакого нет. О, а то здесь эти вот руины. Руины есть, да. Красивые такие довольно-таки. Так, вот этот остров, помню, мы там были, жили. А где же муравьи? Так, а где эта пустыня? Аж далеко? До пустыни еще черти сколько лететь. Надо перелететь туда, потом туда. Ух, ё-моё, вот это я, конечно... Может, повыше подняться. Так, птички, птички. Мне бы одного муравья хотя бы найти. Ёлки-палки, это же лес, блин. Тут их должно быть полно. Блин. Если что, улечу, хотя бы муравья найти. Блин, это такой жесткий лес, что не видно. Так, Макрос, что там у тебя по здоровью? Еды у него ноль. Надо здоровье дать ему. Давай-давай, пошли искать. Хитин. Хитин. Так, кто это там? Макропс улетел. Такой красивый, красненький. Не знаю, не важно. У меня ничего нету, чтобы его искать, и времени нет. И муравьев нет. Да что ж такое-то, а? Назло. Блин, он здоровье тратит. Надо, короче, в пустыню срочно лететь. Так, лечу в пустыню. По идее, должен успеть. Океан глубокий. Кто это там? Что-то там плавает и торчит, наверное, водоросль большая из-под воды. Помнишь? Черепашки тут где-то. Я где-то помню, здесь где-то есть такое углубление. На очень большую глубину. И там этот черепаха живет. Вот там где-то остров должен быть. А ну карту. Наверное, я на него не попаду. Ладно, не важно, он туда ближе, по-моему, будет. Да, вон туда, на тот край ближе. Максимально вон туда лететь. А вон там вроде бы островок есть. А ну, бинокль, в смысле подзорку. Там же вроде что-то торчало. А, это отражение, понял. Это иллюзия, блин. Вон туда, короче. Думаю, даже долетим, а там хотя бы одного убить кого-нибудь. И все. И будет макроб живой. И тебе привезу этот хитин. Так, слушай, а мотыльки эти, не помнишь, они дают что-то? Волки бегают. Мотыльки, случайно, хитин не дают? Я вот не помню. Я не знаю. А я не помню. Я не знаю. Надо все проверять. А я вряд ли убью его. Пистолет. Тут волк где-то бегал. А вон он там с чем-то сцепился. Это не волк.
Да, блин, патроны кончились. И вовремя. Да не маш. Блин, не получилось, ладно. Пускай убегает. Слушай, это ж хитин. Вот валяется хитин. Давай. Вон там жук валяется, это точно хитин. Давай, 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 давай. Макроб, жри их. Умничка. Давай этого. Так, этого не съест. О, молодец. Жучков подъели. Отлично. Слушай, этот как его? Он вообще тут всех разносит. Ой, кто это? А вот и муравьи. Ты искал муравьев. Они тебе уже не нужны. Они уже есть. Убил, убил. Ешь. Молодец. А муравьи, походу, пешком где-то пошли, да? Что-то я не вижу их. А, вон они, козлы, сожрали тушу. Отлично, хитин прям собирается. Девочка 216. О, забирай! Нет, у наша, которую я... Чу, получила. Блин, я думал, ты нашла этого серого. Нет, этого еще пока веду. О, в смысле 6? Она съела весь хитин. Понял, веки мясо. В смысле, это она, он. Нет, самочку, я самочку взял, блин, ладно. Зря я самочку взял, надо было самца брать. Короче, это дикий, дикий самка мегатерий. Вот он тут вообще всех разносит, ходит. Чайка. Так, ну хорошо, я его накормил, но, правда, немного. Но надо еще хитин. Хитин. Лошадка. Зебра 50 уровня. Слабенькая. Что такие все слабенькие, а-то? 55-го, что ли? Да. Надо дальше в пустыню уйти. Во-первых, здесь классные лучи. Во-вторых, тут можно отгрести хорошо. Один укус скорпиона, и все, и до свидания. Я упаду без сознания, он меня съест. А потом макропса съест. Чего бы не хотелось бы. О, эти поросята. Диадон. Он лечит, кстати, но жрет очень много мяса. С помощью его можно вылечить этого, вырастить, как ее, химеру хотел сказать. Не химеру, эту, ну, как ее, дракона этого. Забыл, как они называются. Ну, то, что там возле этого стоят. Электрическая там, виверна. А, виверна, во, все. Вспомнил. Виверна. Так, вон и пустыня начинается. А мне как раз туда и надо. Может, все-таки лучик загляну. Так я не пойму, какого он цвета. Красный, такое желтое все. На его фоне непонятно. Ладно, подлетим туда. Блин, то он змеи, вот эти всякие. Он исчез, блин, надо же, прям перед носом исчез. Так, жуки. Эй, не бейся. Надо поесть. Поесть, попить. Вон вдалеке лазит богомол. Прям одна башка только торчит. Может, я с пистолета попробую попасть. Очень далеко я ее или вижу. Попал. Надо птичку убить, а то она сожрет его. Серьезно? Они сожрали. Ну, зараза, блин. Что обычный корм?
Обычный корм, не знаю. Ну и этот пусть, это плетем еще. Капсулу. Запихни его, и не будет больше ничего просить. Ну да. Запихнуть его в капсулу, он не будет. Я тоже так делаю. Просто мне интересно, что такое обычный корм. Это что-то. Это киблы, по-моему, все-таки с киблов что-то связано. По-моему, он сюда не подымется. Его надо убить, у него очень много хитина. Да блин. Может арбалетом? Арбалет больше урона наносит. 134, о, нормально. Давай. О, пузико уже покраснел. Точнее говоря, позеленел. Давай! Макроб съешь, отлично, молодец. Что там у тебя? Скинь. Так, о, пасту, эту органический полимер взяли, отлично. Это выбрось. Слушай, 800? Это выбрось, говорю. 826 этого хитина. Вот это я набрался, как собака в лох. Где он? Вон. Замочил стервятника. У них что-то там есть? Не, у них ничего нет. А так, давай еще того стервятника вольнем. Это не попал. Чтобы еще на червя этого не нарваться. Тут же черви есть эти. Как они? Пустынный червь. Он очень большой. Ну, на виверне я его убивал, а так, конечно, не убьешь в жизни. Такого оружия нет, чтобы убить его. Жучки? Навозники? Хитин? Чуть-чуть отбежим. Все-таки арбалет лучше 137. Тут по 70 пистолет наносит. Надо здесь по лучкам полетать. Обязательно. Отлично. Ну-ка. Сколько ты там уже наела? Девочка. О! 1212. Я думаю, нормально. Ну все, теперь я хоть я этот спокоен. Так, тут поросенок ходит. Они дурные вообще нападают на всех. Опа, нефтяную вышку нашел. Тут а нефть тут. Интересно, а можно ли в них это немножко нефти позаимствовать? Вообще можно. Дайте я половинку возьму. Вы ж не против? А то он еще одна. Ты думал, он на прогулку. О, еще скорпионы лазают. Так, а ну, пистолет возьми. Вон этот долбаная птичка. Не понял, не попал, скорее всего. Не знаю, откуда расстояние вообще можно попасть или нет. А, оптики. Ох, этот... Птичка вот эта, как она, которая сбивает. Которая седла убивает и, и сжирает, парализует. Вон она, по-моему, как она называется-то. Микрораптор, да, вот это микрораптор, это страшная фигня. И реально страшная фигня. Они, блин, выбивают из седла.
Даже если на птице летишь низко, она может подпрыгнуть, зараза, подлететь и выбить тебя с седла, и все, и сожрать. Ты ничего не можешь делать, за тебя едят. Куда что? Он пошел-то? Кто? Да нет. Лети! На, на прогулку с ним ходили, он пошел на второй этаж. А, ну так ему захотелось. Тут соль есть, кстати говоря. Блин, тут скорпионов миллион. А то, что только валяется, вот это. А, кости. Так, за мной не заинтересовался скорпион. Скорпион сейчас убьет скорпиона. Если, конечно, получится. Не получилось, не попал. Кто-то плохо стреляет. О. Оно жало, если ему пульнуть. Минус. Молодец. Так. Вырос. 1300. Ну нормально, нормально. Теперь можно, в принципе, я могу возвращаться. Поможем. Ой, вот это я зря. Я случайно. Что? Да попал в другого травоядного. Хотел скорпиона зарядить, а попал совсем не туда, куда надо. А, он уже того этого. Я ушла минуту на 5. Давай. Они слабые. Арбалет у меня там еще не разломается скоро. Пока еще нет. Ты, смотри, нашел способ подняться, а, да, Нюк? Но это твоя ошибка была. Отлично. У тебя что-то есть? Попить воды. Из мертвого вряд ли уже воду попьешь. Отлично. Сколько у меня вес? Вес я, возможно, еще могу у вас чуть-чуть взять нефти. Чуть-чуть прям. О, блин, я тяжелый стал. Шадность. Это такая штука. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.